Всем большой-большой привет! У нас новый день, новый влог. И мы идем на рыбалку. Погода у нас наконец-то стала нормальная. Дым у нас чуть-чуть пропал, но все равно есть, но уже не так пахнет дымом, как раньше. Вот. И наконец-то мы пошли на рыбалку. Сейчас пойдем сначала до магазина, купим, как всегда, наш любимый энергетик, потому что душно. Пить хочется. И Валюше мы тоже взяли с собой сок и пюрешку, чтобы так перекусить ей. Порыбачим, наверное, где-то часик или полтора. Ну, не знаю, как ловиться рыбка будет. Вот. Всем большой привет! Это у нас другой день, и мы недавно проснулись, вот валяемся, сделали Валюше массажик такой чуть-чуть. Да, Валюся? Она как легла, камеру увидала, и все, на меня даже не смотрит, сразу весь взгляд в камеру. Телефонная такая, все говорят. Телефон увидала, и ничего ей не надо. Да? Ты телефон увидала, и ничего тебе не надо. Ну, вот так вот как-то. Да, прошлый раз о рыбалке. Там было очень много народу, все купались. И я попробовала порыбачить, я поймала одного окуня, и все, больше рыбы не было, потому что было очень шумно. Да и мошкары было очень много вообще на речке. И из-за этого мы собрались и ушли домой. Хотели сегодня пойти, но у нас опять очень сильный дым на улице. Вот, из-за этого никуда не пойдем. Муж у меня поехал в парикмахерскую, собрался подстричься. Ну, а мы пока что вдвоем с Валюшей. И сегодня будем готовить голени с картошкой в духовке. Вот так вот. Муж тоже сказал, сам приготовлю, ты отдыхай. Ну, я сегодня отдыхаю, только чуть-чуть поверхностно так уберусь по дому. Хочу протереть пыль. Вот. И протеру, наверное, полы. Сегодня еще будем Валюшу купать. Надо будет постираться заодно. Вот. Вот такие вот у нас дела сегодня. Ну, а пока что мы поваляемся. Потом покормлю Валюшу. И я попью, наверное, кофе с конфеткой или с шоколадкой. И начнем убираться в доме. Thank you.
нас уже вечер, и мы Валюшу покупали. Я постирала вещи Валюшины и заодно свои тоже простирнула чуть-чуть. Футболки что-то я постирались, и мы так устали вообще. Вот сейчас пойдем помоемся в душе. Потом начнем готовить ужин. И все. Вот сколько вещей тут мы постирали. Вроде мало, но руками это вообще устаешь. Вот так мы пойдем к гостям. Какая красивенькая у нас Валюша. Да? Красивая. Пятерочка играет. И сейчас подъедет машина. И мы поедем.